Хей, йога, и с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием «Таз разыскивается», и мы отправляемся на пляжик. Надеюсь, вы взяли с собой плавки. Понадобится много горячего воздуха, чтобы раздуть такую игрушку. Так, это кольцо, да, спасательное? Охо, у меня есть предчувствие того, что этот корабль скоро исчезнет. Ага, мне нужно корабль уничтожить, я вижу сразу маяк. У тебя должны быть очень легкие ноги, и чтобы получить это. О, взгляни на этот... На эту малышку, коротышку. Посмотрим, как она спустится по трубе. Кто-то должен прийти и убрать это, сказать, кто повесил эту афишу. Пришло время сделать хижине капут. А, видите, динамик играет, да, но этот проигрыватель? Мегафон или как он? О, мой бог, такой длинный спуск. Это место настоящая бездна. Короче, что здесь за фигня? Вот это. Фиговинка. Делает то, что... Музыкальный вот этот инструмент, я имею в виду. Мы с вами не можем двигаться нормально. Так, карту. Да, сразу карту посмотрим. Так, запустили, поехали. Где? Так, стиральные машинки, да, херячим. Ну, будка. А, здесь у нас, кажется, серфер. Серфер. А у нас доска херячит. Так. Это у нас местный телепортер. Считайте. Мне всегда нравился этот уровень. С этими телепортами и все такое. Пляжная атмосфера. А, точно. Давай. Запускаем. Раскручиваем, да? Все, оно улетело. Там немного акула плавает. Немножечко. Так, что дверь номер два. О, здесь вообще такая аж телепортация. Пушка. Так, и остается третий. В третьем, кажется, были усы. Нет? Тут сокровища. А где эти усы? Вон, тот сундук, видите? Вот там вон крутятся усы. Но мне нужно туда как-то попасть. Я тоже на пляжик, да, прилетаю. Так, окей. Первое, нам нужно сюда добраться. Так, стиральная машинка. Да блин, я хотел его... замедленное действие. Конечно, замедленное действие. Да нет, не. Ладно, в другую сторону. В смысле? Да,
ты надоел! Так, если... А что мне нужно было подожди делать? А, по трубе спуститься, все. Окей, значит, пока что сюда херячим. Сложным. Сложечным. Куда ты меня запускаешь? Ага. Окей. Так, куда этот спуск? Не хочу знать. Обратно поехали. Так, отбиваемся. И нас должно запулять наверх. Бум. Под музыку он сам всегда ходит. Да, готово. А теперь главное, что нам сделать нужно, это выбрать правильное. Правильное, куда мы поедем. К обезьянам. Так. Ладно. Поехали. Мне нужна стиральная машинка. Ай-яй-яй-яй, я не успел. Все, я утопился. Замечательно. Мне нужно вернуться. Полетели заново. И еще раз. Так, налево, направо. Так, сейчас у нас вытекла вся вода. Сейчас у нас вытекла вся вода. Бац. Кстати, а куда было еще у нас получается? Или тут просто поездка? Просто поездка в смерть. Так, влево, влево. Готово. Тупая камера. Всегда ломается эта камера. Хотя я все равно сюда за стиральной машинкой еще вернусь. Полетели ли, наверное, мы в зону с вами смерти? К макакам мы успеем. Это скорее всего к кораблю. Так, зона смерти. Корабль. Да, это зона смерти. 46. Так, что здесь у нас? А, здесь знак. Сейчас я покажу, что нужно провернуть. Подрубаем. И я застрял. Все. Начинаем заново. Раз. Нужно с макакой справиться.
заново. Заново. Тихо, я должен успеть. Все, я успел. Это сейчас только у нас первый уровень, поэтому они довольно легкие. Потом будет намного сложнее. Поэтому пока есть халява, нужно играть. Вот куда мне прыгать? Тихо. Я бы мне один раз так вылетел. Так, уничтожим. Ниже у нас. Ниже. Полетели. Ха. Да. Так, там что-то горит. Неужели это я возвращаюсь? Да, отлично. Полетели снова сюда. Но на этот раз мы поедем к водичке. Мне нужно... Тести. Да, это были читы. Так, забираемся сюда. А, плевать, пойду. Не нужны губки. Так, это прыгучие, это тонучие. Класс. Лосик. Поднимается, все отлично. Готово. Так, а теперь вспомнить, как мне туда долететь. Ага, что-то припоминаю. Что-то припоминаю. Давай, вставай. Таз. Поехали. Нам осталось уничтожить корабль, потом в пластинки и все. Поэтому нам нужна зука-базука-пушка. Бем. Так, и отправляемся в последнюю. Надеюсь, здесь только один вариант, куда мне поворачивать. Стоп, внимание. Съемочки. О, это там, где я еду. Да. Так, вспомнить, что это за пушка. Так, остров Колумба. Не могу в пещеру зайти. Не
Мне нужен огнёк. Огнёк. Костёрчик. Готово. И... Все, да? Ради только этого? Окей. А чтобы мне усы забрать, мне нужно корабль сломать. А чтобы это сломать, довольно сложно. Давай, 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 поехали. Голодные акулы. Тихо, 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 тихо. Куда это я хотя бы лечу? Ага, это я прилетел в начало. Комильфо. Так, запускаем. Нужен пляж. Так, берем инвиз. Где вообще находится остров? Ага, все, вижу музыкальную эту херь. Так, где отрыжка взрывашка была? Сейчас мы все сделаем по красоте. Все по красоте. Остался корабль. Остался корабль, однако... Я не помню, как его взорвать. Ой, где найти эту пушку? Пушка, пушка, пушка. Ну нет, ну нет, ну нет, не хочу тонуть. Ладно. Фиг вспомнишь, как это сделать. Фиг вспомнишь, как это сделать. Так, пляж. Нет, это не через пляж делается. Как мне тебя взорвать? Сложно. Зачем так сложно? Жопа, как сложно. Ладно, пока... Давайте тогда идти за хавчиком. По хавчику поймем, где я был, а где еще не был. Like chicken gravy.
О. Ага. Вот один из секретка. Хорошо. Но одно все равно остается загадкой. Остается загадкой то, что... Что мне делать? Как мне корабль уничтожить? Как мне уничтожить корабль? Так, все, я на этой стороне. Не ломаются. Да. Тихо. Здесь ничего. Мне пушка нужна. Мне нужна пушка. Так, готово. Теперь мне нужна водичка. Здесь, ладно, без разницы, куда доеду. Блин, а серьезно, что мне нужно было сделать? Убей, не помню. Убей, не помню. Ну, все это я заберу. Все я это заберу, а дальше то я не пойму. Все. А дальше я хизе. Вот, ребят, куда нам, оказывается, нужно. Как я сразу не заметил? Здесь этот проход. Почему я сюда сразу не пошел? Бэм. Все. Отправляемся. Так, а теперь нам нужно вернуться будет самый назад. Нужно вернуться в самый назад. Да, спасательный круг. Отдыхающие акулы. Так, самый безопасный, мне кажется, будет с помощью здесь, да, хотя. Быстро. Главное, чтобы камера не сломалась. И здесь сломанная камера. Готово. Все, мы на пляже. Или нет? Да, мы на пляже. Да, завершить. Так, а сколько всего уровней? По идее здесь... 4 или 3 локации? Хотя я так подумал, давайте каждый уровень будет отдельно, то есть битва с боссом тоже будет отдельно. Все. Окей, окей.
Короче, как-то так. Давайте, я думаю, на этом закончим. С вами в следующей серии посмотрим, что вот это за ящик. И тогда как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.